Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game и добро пожаловать на прохождение My Time at Porty. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, пару дней ближайших у нас будет с вами прям гринд. Хотя подожди, слушай, а что? Мне просто ресурсы надо подобывать очень много потом. И я не знаю, вот что делать с записью реально, потому что там мне нужно и нафармить, и произвести, расплавить. Аквариум. Бойлер. Так, композитная. Мощный подъемный кран, да? Оболок торговой гавани имеется. Давайте его, наверное, создадим. Так, оболочка. 8 штук нужно. Понял. Подмет каркас. Левел апнули. Так, что не хватает? Ага, стальная плита, блин. 7 штук мне не хватает, да, стальной плиты? Угу. Вот видите, в чем у нас происходит с вами. Загвоздка. Хотя, что тут загвоздка? 25. 7 штук. Алюминиевая плита, ёлки, вот. Как это медленно, кстати, нержавеющий алюминий долго создает. Писец как долго. Угу. Так, мы все соберем. А, ну тут уголь. Можно и не собирать тогда. Так, ну все, в принципе, да, якобы ничего тут не сделаю. Это мы все переносим. Сортировку сделаем. Надо сходить посмотреть, есть ли у нас задание от местных жителей. Восемь часов уже есть, да? И у нас сегодня вроде днюха у кого-то. Подожди, я вспомнил как раз. Блин, заданий нет. Моя нелюбимая вещь. Торговые гильдии. Так. Нелюбимая моя, нелюбимая твоя, просто парень работящий. Сказать, до какой степени я это не люблю, прям. Да все одинаково же вроде. Все одинаково криво, ребят. Так, поверь, ничего, грязи нигде, может. И хотя бы какие-то подсказки бы здесь бы были бы. Что с барабаном? Барабан все нормально? Нормально. Нормально. Прикинь, случайно нашел. Там какой-то кусочек, представляете? Какой-то кусочек. Как это я заметил, я даже не знаю. Ножка длинная.
первый, тут все уже два. Так, подожди, так, у кого днюха? Дайте глянуть. У кого же днюшка? А днюшка у нас с вами у... Я даже не знаю, как тут. Гейл, день рождения. Где у нас? Гейл. Так, Айзек Азимов. Я бы что-то даже пропустил Гейла. Роза. Так. Айзек Азимов. Полина, Люси, Тоди. Газ. Гейл. А где ты работаешь, приятель? Значит, Гейл, это же Мэтт, да, он просто тут по-другому выглядит, он-то на самом деле толстый же. Так, подождите, вкусный. А, любовь, чайный столик, особый жареный рис. Участка, ага. При участке стоит друг, хороший друг. Замечательно, так, дайте секунду мне. Так, увидел, он любит. Кстати, термос любит. Лошадь летающая, это у нас, кстати, есть это все. Мы можем ему сразу подарить. Так, где у нас подарки? Вот он, лошадь летающая любит. Давайте 4 штуки у нас. Одну мы возьмем. Это что он любит, да? Так, ты же на работе, где это? Вот это, да? Гейл, братишка, где же? Почему не на работе? 10 часов утра. А, сегодня суббота, потому что... Так, а в субботу у них нет церкви? Нет, он... А где же его искать мне тогда? В доме у себя, интересно. Я здесь что-то смотрю. Его здесь нет на мосту. Так, Гаст, а Гейл дома? Доктор Спью. Hello. I really like making small. А вот тебе и ищи его. Ладно, давайте заглянем. Тут что-то будет? Диалог какой-то. Director, I am sorry. The robot... Why did... I was scared it would harm us. But in the end... Lee, I won't tell... What is it? Let me compl... Mm-hmm. Все, да? Ух, он иногда еще гуляет по этим. Нету. По дорожкам иногда бывает, что он прогуливается. Вот он. Это не ты. А я его так на карте не увижу, да? Потому что он мне приятель. Угу. Хотя, в принципе, в 7 часов его можно. Около он там в 7 часов каждый день же что-то этот объявляет. Вот он, Гейл. Хай! Хай! Так.
Замечательный подарок. Замечательно. Так, у нас отношения с ним не приятельнее. До сих пор приятель мы с ним. Подруга. Ага. Значит, больше 4 сердец, это уже друг подруга будет, да? Я понял. Ну и все, как бы на сегодня ничего нет больше. И я пойду, наверное, в шахту. Как бы тут все создается. Я алюминиевую плиту создаю, точно? А, да, алюминиевую плиту создаю. Он так долго создается. Военный двигатель, 2 штуки. И 5 штук. Ну да, принц, пошел, ладно. Дальнюю притом. Скажу я шахту. Так, дайте еще раз гляну. Точно ничего нет у нас? Не, на сегодня точно ничего нету. Давайте утром увидимся. К очередное утро посмотрим, что-нибудь сегодня будет интересное или опять добыча ресурсов. Так, от гильдии лилят поля. Ага, в принципе, новенького письмо нет. Медленно создается. Так, что нам еще? Замечательно. Так, где она у нас? О, подшипники, 4 штуки. У нас 12 штук имеется, замечательно. Подшипники, говоришь, да? Так, это изготовление. Так, подойдем. Подшипники установиты. Слиток из марганцевой стали, ладно. Слиток. Марганцевой стали. Так, а где он у нас тогда, слиток? Подожди, что за марганцевая сталь? Подшипник, слиток. Не, у нас же есть, да. Что я? Просто я так растерялся тогда. Вот уже у нас. 5 штук, да, там попросил у нас. Папа. 2. Сколько? 2 штуки, да? В торговом центре. Значит, что? Можно достать в торговом центре в говнепорте. Я, блин, не помню, что они просят за вот эти детали. Процессор, не процессор. Давай его возьму. Я не помню реально, что они. Или вот этот процесс.
Давай, сгоняй. Ой, просто тут любовь, морковь. Что они хотят? Надо, кстати, опору железным деревом создать, мне кажется, она самое легкое создание будет. Три улучшенных двигателя. Шесть штук нужно улучшенных двигателей, я понял, где. Шесть штук улучшенного двигателя. Слушай, а как тебя лошадка тренировать, чтобы у тебя выносливость больше была? Так, что? А, взаимодействие. Обученный двигатель. 6 штук. Жалко, что приходится туда-сюда гонять. Ух, а он тесно, у него других лошадей не появилось? И еще лошадка появилась какая-нибудь. Улучшенная. Сейчас заглянем. Раз. По пути. И он Макдак. Ключ Макдак и три утенка. Сдает. Продает. Не, ну вот она у меня такая же, да. 15 тысяч. Видите, вот у этой скорости побольше. Расход выносливости. Видите, у нее прям офигенно. Хотя, подожди, 6,6. Преданность 100. Темп восстановления выносливости 20. Тут 25. Хотя тут получше, по идее, скорость. Припёсочки здесь. Почему мне кажется, что за аренду куда лучше была, чем покупка? Замечательно. Так, опору железного дерева, что там? Опору из железного дерева. Так, подожди, что за опору из железного дерева? Что тут у меня тут? Из железного дерева, да? Она тоже тут создается. Стой. Так, каталог предметов. Нет, не то. Для сборки. А вот она, да, опору железного дерева. Доска железного дерева 5 штук, стальной каркас 2 штуки, деревянный столб. Так, изготовленный материал. Железного, это я сейчас скипну назад. Что там еще требуется нам? Стальной каркас. Это стальной каркас. 4 штуки, значит, нам нужно. И стальной столб. Стальной столб.
Supercast. Ага. Так, требуется 2 штуки, но нам 4. Ой, как медленно. Чувак, а чуть побыстрее нельзя? Этого сделать. 4 штуки аж требуется, вот. Ну все, пошел я тогда энергию тратить. Опять, как бы... Утром тогда увидимся. Так, все. Блин, я знаете, что только что вспомнил? А мне же там нужен этот. Фабрику же создать. На своем участке. И там нужно... 18, что ли, да? Или... Не, 20... Не, 18, наверное, нужно было там. Так, что у нас тут тебе нужно? Стальной каркас. Стальной каркас. Так, он еще не сделался. И там как раз нужно было стальная плита, очень много штук. Вот как раз то ли 18, то ли... Что? Подожди. Углеродной стали. А, я еще не, вообще не то даже произвожу. Спасибо, есть тут чуть-чуть у меня запасов. Так, это уголь, пускай уголь делается. Так, две штуки есть. С вами еще одну опору нам нужно с вами сделать, да? Так, вас сударя тоже убираем. Так, напомню, что там нужно. Стальной каркас, доска железного дерева, да. И каркас еще 2 штуки. А вот тут-то уже я одну штуку могу создать. Тут уже, кстати, одной не хватает у меня. Скажи, что... О, произвел, да, как раз мне одной штуки не хватает. Надо реально еще 2 печки создать. Прям как чувствуете, что, видите, не хватает. Так, ну и последний, да, остался. Вот композитное полотно, вот это самое сложное. Вот она, фабрика нам нужна. Алюминиевая плита. Так, это у нас есть. И у нас вот алюминиевая и вот это. Так, мне надо доскакать тогда, получается, до конструкторского бюро. Так, у нас тут что-то есть еще. Это от торговой гильдии. Притом еще что-то подвислое. Давай, давай, ты меня так не жигурди со мной тут. Look after the pumpkin princess for me. Thanks. I'm Добрый день, но я лучше в магазине куплю, чем себе пойду. Свои запасы мне легче будет здесь купить.
одну штуку удобрения. А хотя и зря, кстати. Зачем я на быстрый плот сделал? Так, матушка, ты что, Софи, хочешь от нас? Не-не-не. That old man across the yard said he got... А, ведро. Вы одно ведро хотите? Хорошо. Goodbye. Goodbye. Это простое, в принципе, задание. Ну, не задание, просьба. Ведерко. Ведерко Зура. Сделать оно у нас вообще редко что просит. Милая София. София, где ведерко? Вот оно. Тут что-то хочет. Hi. Тыквенный пирог. У нас, кстати, есть Goodbye. Тыквенный пирог. Goodbye. Я даже, мне не придется делать его. Мне даже не придется ничего делать. Что он у нас есть? Так, дайте посмотреть, где он у нас только. Так, нет, это не хочу я поднимать дальний каркас. Две штуки. Давай-давай, мы, в принципе, с ним-то и не сильно. Взаимодействием поможем ему. Наши отношения возрастут. Выйдет на уровень, новый уровень отношений. То ли по 18, реально, 18-50 тысяч что-то там было. Ну-ка, все вместе. А, да, по 18, вот, да. Два улучшенных двигателя. Я возьму это. Давайте я лишнее тут. Что у нас тут? Грязи. Камушки. Сочек. Руда. Можно было собрать вообще там по 5000, тогда только продать, да? Два улучшенных, да, он попросил у нас. Так, стой, что я прям, вот здесь можно. Где он, блин? Сейчас мы с вами фабрику поставим, фабрику звезд. Фабрика звезд.
Куда ж тебе, мать, поставить? Её... Вот. Вот сюда бы тебе поставить. Или подожди, или вот... Я, блин, не вижу. Ага. Или, по идее, вот сюда вообще поставить, вот так. Вот так это сделать. А, хотя мы вот так можем, да, это, конечно, прям пиздец как... Ну ладно, давайте так хотя бы поставим. Что улучшить? А улучшить что? Этот набор микросхем. Кстати, улучшить легче, дешевле, чем построить. Ну ладно. Так, что по заданию? Кто-то что-то не нуждался в задании. Выдать мне. Музей он находится, да? Этот человек. Так, женщина, вы что, мэр? There you are. Want to help me put the robot back together? I know I can always. Отношения с тобой, в принципе. Чип активации, одна штука медная. Катушка. Чит активации, чит брита. Ну-ка, подожди, какой чит активации? Так. Его купить можно. Торговый же, да, получается, гильдии. Это на рынке. Здесь его не будет, все по идее. Я вроде один раз покупал просто этот уже чит. Ой, чип. Думаю, чит говорю. Так, два остальных каркаса еще попросили нас. Так, ой. Чтобы установить машину, возьмите ее и поверните в правильном направлении. Центральный источник питания может обеспечивать питанием все машины на фабрике. Не забывайте заправлять. Храните сырье, хранилище материалов, создавать предметы на автоверстаке. Процесс на фабрике. Внимание, производство, мощность разных машин отличается больше машин, больше общей мощности. Количество создаваемых по предметам зависит от производительной мощности. Если у фабрики достаточно мощности, вы сможете создавать несколько предметов одновременно. Это хорошо, кстати. При создании изделия автоматически выбираете самый быстрый способ, если доступно только сырье. Так, создание изделия автоматически выбирает самый быстрый способ, если доступно только сырье. Сначала автоматически будут создаваться части. По иконке в инвентаре, чтобы добавить больше сырья, необходимого для изделия. Предыдущие предметы. Храни материалы. Ничего не понятно, но очень интересно. Уровень улучшить. У нас, кстати, одна книга вроде есть. Ух, смотрите, что это такое. Ева, ля-ля, тополя. Так, тут ничего. Добавить группу. Ёшкин кот. Так, подождите, я забыл, что мне нужно сделать, кстати. А, вот он мне, что мне нужно.
добавить 4 штуки, да? Так. План. Так, подожди. Тут 5 штук всего нужно принять. А что у нас переместить из хранилища материал? Пробел. Из хранилища материал. Так, подожди. А это что у нас такое? Темный красный смолы? Да? А где ее добывать? Темный красный смола, подожди. Ну, кстати, все в одном можем, да, цехе делать, офигеть. Это очень круто. Вот, кстати, и пули можем где создавать с вами. Так. Темно-красная смола. А где она, темно-красная смола? Из чего она добывается, темно-красная смола? Блин, ну это тоже гуглить, ребят, нужно. Ну что это такое? Группа. Принять. Чё я добавляю? Попила, план. Как отменить? Ячейки. Подожди, подожди, заправить. А чем еще заправлять можно? Уголь? Подождите. Мы можем, значит, оттуда сюда перенести, я правильно понял? Типа мы можем с улицы все перенести внутрь? Я правильно или неправильно понял? Как понять? Ну, как понять? Вот это все очистить я могу, наверное. Или нет, или не так это работает. Это, блин, я растерялся, если честно, ребят. Я растерялся. Вот это, потому что вот это сюда не, туда не поместится. Вот это крупное, допустим, да? Так, подожди, лошадка, хватит бегать за мной, иди домой. Что-то сливаться, медная катушка. Так, очередной нужно гуглить, где красную... Стоп, а на улице, с улицы что-то можно было. А как убрать? Изменить, отмена. Темно-красный смол, я не знаю, где она, из чего достается, поэтому придется гуглить. Так, прогуглил. Так, сколько штук темно-красного смола? Они выпадают из деревьев, из березы, которые находятся рядом с заводом Бог. Когда я тебе скринчик сделаю, построил новый. Блин, везде трава. Вот так вот, наверное, сделаю. Пусть мне... Ага. Ну, пойдемте. Вон до лифта надо добраться. Вон они, видите, белые деревья. Вот из них типа выпадает вот эта смола самая. Подойди, давай, добеги, пока он не уехал. Ай, ты.
А я что, ни разу, получается, не срубал эти деревья березды? Так, вот она, темно-красная смола. Замечательно. Давай я несколько штук добуду. Добудай. Вот тут одна стоит. А где еще? Вот она еще одна. Чтобы, если что, на будущем. А я даже, если честно, даже офигеть не знал этого. Видите, все на ходу изучаем, в принципе. Хотя там остановка была. Ладно, уже доскачь. Блин, вот посоветоваться не с кем, вот реально. Насчет вот этого завода. Ну я так понимаю, смотрите, ребят. У нас есть завод, который есть. В одном заводе можно все производить. И через одну панель. Вот. Вот эти печи устанавливать, плавить. Вот это. Все туда переносим. Хранилище материалов. Вот видите, сюда мы все переносим, я так понял. Правильно, неправильно, я понимаю. Так, а что, одна создалась уже? Звук произошел какой-то? Нет, вроде. Переместить материалы. Чё? Собирать. Нет, это не то. А как занести мне? Темно-красная смола. Так. Вот. Да, есть. Железное дерево. Во. И что? Пила одна штука. Да, извините, что так жестко туплю, но просто впервые столкнулся, поэтому пила. Обычная пила, получается. Вот эта пила. Верная пила. Блин, мать, подожди, ну что ж ты. Или вот эта пила, нет. Там было написано просто пила. Пила 6 штук. Он делается уже или нет? Как? Я не пойму, он делается, нет? Здесь зеленым горит. 1.6. 2 часа. Надо заправить, наверное. Это, ребят, идет. А, ну вот он идет, смотрите.
Блин, походу реально сюда нужно переносить, ребят, мне. Жесть, это же глобальный переезд всего туда. Всего, да? Вот это убирать мне тоже нужно. Это делают. Эти я вообще не пользуюсь, но они у меня стоят, может когда-нибудь понадобятся. Лучшая композитная доска. Так. А, 4 штуки мне нужно. Подожди, 4. 4 смолы. А я сколько туда? Я там 6 перенес. Железное дерево еще. Так, сюда. А ну, все, да, вот последнее осталось. Наверное, я там здесь поставлю. Что там еще мы взяли с вами? Кожаный станок 10 из 6. Еще такой, значит, 10 из 16. Или видите, что это? 6 из 16. Печь. Я же это... А что он делает? Подожди, что он делает? Только у нас только вот. Питание 2-3 дней. Активации. Сколько нам нужно? Одна штука, да? О, микросхема, 2 штуки. Медная капушка. Или станок. Печь. Так, ну, короче, пошел, а я утром тогда вернусь сюда. Так, вот и утро настало. Получен опыт. Ну, это я что, в шахте работал? Мастер использует запчасти, держите. Что это передвинулось? Так, подойди. Нет топлива. Так, тут что, все работает? Это замечательно, кстати, что нет топлива. Что значит? Это значит, мы можем перенести сюда пилу и остальные. Только непонятно, они что-то производят, блин, что-то делают. И
я просто не назначал. Так, 4 штуки. Замечательно. Замечательно. Так. Это просто замечательно, отлично. Дайте я теперь изгоняю. Так, и мне чип вроде бы нужен будет. Так, вот это чип. Я не помню сколько. А, 6 штучек нужен. Ну ладно, взяли бы уже. Так, он же там по 3 штуки просто стоит. Только мне, правда, знаете, теперь не будет неудобно, если я, допустим, все в склад перенесу, все вещи. Потом неудобно будет искать мне эти вещи. Hey. Everyone needs to be careful with that rogue knight. Мать, подожди. Чё бегаешь? Чё происходит? I just knew you could make it. Let me see. These are exactly what I... Замечательно. Так, всё, валим отсюда. Ну и все, и пойдёмте устанавливать в дальний лес. Так, зайду я на всякий случай. Возьму еще одно поручение. Просто если есть поручение, нужно их брать. Отношения, видите, с 3 больших железных бока улучшается. Цветочный ковер. О, плюс 35, нифига себе. Так, подожди, дай я посмотрю, в каких мы вообще отношениях. Так, а, приятель, да, давай тогда возьмем. Почему бы нет тогда бы, скажем, дружно. Блин, он тут стоит, да? Или я не его взял? Так, цветочных. А вот как раз, смотрите, я сейчас, допустим, цветочные мне нужны. Цветочных ковра. Но и здесь у меня ничего нету, да? Добавляем, допустим. 4 штуки. Добавили мы. Вот он. Хлопок из мех. Угу. Селитру. А, радужный цветок. Блин, как это геморройно переносить это все вот. А, подойди. То есть переместите всех. Ну-ка. А, вот, смотрите. Реально, а почему радужный не хватает? Серьезно, радужный цветок у нас не хватает. Не может быть. Не может такого быть. Просто не может быть. Я же его добывал-то. Сколько-то.
Так, давайте сгоняем быстренько. 4, я так понимаю, цветка нам нужно, да? И они вроде бы на том же растут. Здесь они у нас растут или не здесь? Драконье сердце. Так. О, господи, а где радужные растут? Напомните мне. Я их видел. Жгучий перец, это вообще жгучий перец тут растет. Нет, ракушки, все не то. Я вангую, то есть не вангую, я видел точно где-то радужный сток. У меня просто в голове флешбеки какие-то из Вьетнама идут. Я их уже либо их продавали в каком-то магазине, либо они... Либо они реально где-то росли. Взрыв паукает, кто такие? Паутин, о, нифига себе, это паутина. Ты чё, я же не тебя обижаю, я же пауков. Паутин? Реально, смотрите. Радужный цветок. Не, походу, значит, я в магазине каком-то видел, да? Вот только где? Где у нас, допустим, семена будут продаваться? Так, а куда идти вообще? Нет, тут вообще не те цветки, которые мне нужны. Так, где у нас останок тут по требованию? Думаю, быстрее добраться. Здорово, здорово, мать. Замечательно, я сначала сюда зайду. А, разумеется, тут этого не будет радужного, но глянуть стоит. Нет, нету, нету. Банкетный столик. Сыры зато тут продают. И сочный чай чего. Привет, мать. Ты из этого? Скажи мне. Из своей фермы сюда пешком пришла? Нифига себе ты даешь. Блин, уже 17 часов, офигеть. Будет час. Почему ты не продаешь радужный цветок? Почему? Он летит, а я не лечу в Египет.
А, это другая старушка. Это совершенно другая старушка. Блин, их в церкви продают радужные цветки. Вспомнил я. Я где же... И вот сейчас мне прям в голову прям... Тыщ! Радужный цветок. Их в церкви продают. Но я пока сейчас уже не успею добежать до церкви. Все понятно. Это мы уже точно сегодня не успеем. Так, где у вас калитка? Грибочек. Всего лишь грибочек. Заставочка. Так, постройте дорогу. Деревянный столб, улучшенная композитная доска, стальная плита. Но это мы точно завтра. Так, что у нас? У нас пеньки какие-то. Так, что это? Нет, из этого пенька ничего нельзя. Так, ну-ка. Что из этого упадает, интересно? А, смола, железо, круто. Клубника. А, замечательно. Так, чего еще интересного тут у нас можно с вами намутить? Это клубник, клубника. Круглый здание какой-то, да? И волки. И волки гудят тут. А, ну и все, да. Больше ничего и нет у нас тут. Точно говоришь. Так, ну что, мы на этом будем заканчивать. Мы сегодня гигантский прям прыжок сделали. Фух. Я, наверное, сэкономил несколько дней себе, реально. Несколько дней сэкономил. Подфармил. Как вчера, получается, и сегодня мы так нещадно фармили с вами. Ага, завтра нам нужно, получается, цветочный... Семена купить, если не забуду. Блин, я сейчас просто это ложиться буду. Ну, не сейчас, конечно, через час, через два. Вот, ложиться, не забуду я ли. Так, сортировка. Где у нас детали? Блин, у нас, прикиньте, вот... Так, а где тут это у нас... Опасные руины, обменяй пункт. Опасные руины, следующий центр. Блин, вообще одна штука осталась, блин, представляете? Одна штука. А, так, 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 ткани, не то, не ткани, где у нас ресурс, дерево, вот. Так, это уголь тоже сюда, наверное. Клубник, это у нас еда. Надо это сортировать. Приготовление материала. Так, паутина держит внутри руках и с отвращением думаешь, вот что. Я вляпался, это липкое. Так. Но это, я так понял, ткани. А вот это подарки. Эта кофта пока неизвестно куда. Подарки. Так, подожди. Че, а что у нас реально забито все? Какие-то реально все забито подарками.
Подарки 3 тогда. О, дарки 3. Паркировка. Так, где у нас дерево? Ну и все, да, вот это все на продажу. Остальное кофе, ладно, я ставлю по себе, пока не знаю, куда его девать. С вами попрощаюсь, ритуальчик узнайте, лайк, подписка и коммент, мне видосик не болейте и чихайте. Всем хорошего настроения, что у нас тут выросло. А, еще ничего не выросло. Пеничка у нас растет. Всем хорошего настроения, увидим с вами в следующих сериях на канале Лайкю. Всех с наступающим Новым годом. Не болейте и не чихайте. Здоровья вам и вашим близким, мир вашему дому. Будьте добрее к людям. Что еще можно сказать? Я тут раскидываю. Так, подожди, а что хлопок? У нас хлопка реально нет. Угу. Ну, теперь точно на этом все. Чувак, я с этой стороны. Чувак, это рэпчик. Всем пока.